Каждый год на протяжении многих лет проходит республиканский конкурс «Мисс Башкортостан». Наш город является постоянным участником состязания. В этом году представляет Нефтекамск Зарина Иванова. Успешно пройдя кастинг, девушка упорно готовится дальше и уже добилась определенных результатов. Зарина прошла несколько промежуточных этапов конкурса. Успела завоевать номинацию «Первая вице-мисс топ-модель» и «Мисс Улыбка». Я прошла кастинг. Из 250 человек выбрали только 22 девушки. Вот. И сейчас на протяжении уже месяца мы готовимся к конкурсу. Впереди у конкурсантки финал, который пройдет 16 ноября в Уфе. Подробнее узнать о Зарине вы можете в программе «Рядом с нами» в ближайшее воскресенье на нашем телеканале.